Великую библиотеку, великую стену не голосуем на Конгрессе. Вот. Окей. Таким образом. Ну, я предлагаю рандомными силами, что там выпадет. Ну, только если там Испания или Венеция внезапно, то этот рехост сделаем. Да, так, Испания, хотя бы там вот ждать найдем. Не, Испания просто, да, тупо слишком рандом. Вот нашла Испания чудо, ну и смысл дальше играть. Во-первых, лишний посел сразу. Во-вторых, можно рядом с чудом поставить, и слишком круто все будет. Не, ну знаешь что, кстати, можно за Испанию, типа, это как с этим, с Эльдорадо правило сделать, что голду отдавать двигаешься. Но все равно очень круто поставить если рядом с кажется... чудом, рядом с чудом а, поставить город, там уже... двойной в этот... Что там? Что, у тебя уже Испания? Не-не-не, не Испания, все нормально. Я говорю, что уже не. Ну и у меня не. У тебя Китай, ну круто. Ну и у меня гуны. Будет весело. Привет, все стратегические жевжики. Веселые нации. Очередная дуэлька. Очередная дуэлька в пятой циве. Интересное место. Ну, карта полушария. Так, а что там у гунов? У них дополнительное производство от стратегических ресов? Или это у... Или это у России? Я уже забыл. Так, где у нас тут чудеса эти? Мы сразу же вот... Плюс одно... А, от пастбищ. От пастбищ. Ну это круто, потому что вот пастбище может быть у нас... Тут вот далековато. Я просто думаю, поставить мне рядом с горой или нет. Я бы, наверное, все-таки остался на том месте, где я нахожусь. Тут, например, место, кстати, раз, два, три для второго города. Если там, конечно, проплыв есть. Ладно, я тут остаюсь. Мне нравится место. Причем такая бухта. Так... Еды у меня больше. Но у него 2-1 клетка, а у меня 3-0 начальная. Хотя он может еще и на холме поставить. Это вот непонятно. Может, он на холме поставил город. Ну, наверное... Не, ну охота рановато. Давайте майнинг откроем. Уже есть соль, да? То есть полус... Ух ты... Да, ну, короче, второй город здесь. Тут вообще какой-то мрак будет. Старт очень хороший. С этим стартом теперь надо победить. Ну, то есть прямой наводкой в Голиасы, скорее всего. Еще и таран получил. Ну, надеюсь, просто с тараном дань пособирать. ГГшки надо найти. Вырублю пока свою рожу. Блин. А он, кстати, только города, по-моему, атакует, да? То есть, на самом деле, не особо тут... Здорово. Не особо здорово, что я получил его. По-моему, он только города может атаковать. О, блин, он в руинке нашел жителя. Да, видите, не атакует лагерь. И, наверное, сразу рабочего. Нафига мне рабочего. Железо надо открыть. Нет, сначала амбар. Сначала амбар. У меня очень много холмов. Но как тут... Не, ну то, что у меня второй город тут будет, скорее всего. Не на соли, а вот сюда я поставлю. Не знаю, что какое я еще более крутое место могу найти, чтобы я решил, что мне туда надо идти. Тут, извините, Виктория.
Так, теперь лучника. Что-то я как-то руинки вообще не нахожу. Одну нашел и все. Как мне потом еще из с этого полуострова выбираться потом? Какие-то островки какие-то. Хотя вот островки не очень хороши, ну, в плане того, что они будут там генерировать варваров и мешать. Но мне кажется, вот здесь, этот полуостров, я точно смогу оплывать, и караваны у меня будут тут бегать спокойно. И так 10. Ну, таран хер убьешь, честно говоря, дуболомами, поэтому я и хожу там. Ну, теперь... Давайте колесо откроем. Пускай у нас этот... Надо будет несколько вот этих арчеров построить. Я думаю, что я посела доведу... Как-нибудь. Так, у него еда. Ну, он тоже, я думаю, поселок строит. Что-то я ни одной ГГшки еще не нашел. Ну, тут главное, что она рядом с Викторией, нету никого. Поставим спокойно. Ну, конечно, я без защиты поведу. Блин, мне, наверное, надо сюда тараном ехать. Смотреть, чтобы тут ничего не было. Мне все-таки нужно защищать посел, потому что это очень важно. Я его уж потом не отобью, если что. Так что возвращаемся просто тараном сюда. Зашибись. 5 ходов посел. Ну вот как раз я сюда. А, слушайте, это и так 5 ходов. Тогда давайте так пойдем, заодно исследуем территорию. Блин, чуть отошел, не успел походить. Ну хоть политику принял. Так, давайте здесь. Немного я тут открыл, прямо скажем. Ну, вообще, Китай тоже на развитие хорош. У него уникальное здание крутое. Чикану на этой карте, наверное, вряд ли сыграют большую роль. Уникальный юнит. Очень неплохой уникальный юнит. Два раза стреляет. Он как арбалет, два раза стреляет. Только сила меньше, чем у арбалета. Но за счет того, что он два раза стреляет, он, соответственно, сильнее. Так, ну вот теперь давайте железо еще откроем. Нет, вообще не железо, давайте... Все равно город там буду ставить, в любом случае, независимо от железа. Нам надо лагерь, чтобы счастье получить. Пойду гляну пока, что там. Он пока не поставил второй город. Ну, мне повезло, видите, что я сюда пошел, и тут Виктория оказалась. Если бы Виктория тут была, я бы тут ходил долго бы, еще не увидел ничего. Так понятно, что это лучшее место. Даже комп мне советуют там ставить. Эти тоже классные арчеры. Они у нас заменяют коляски вроде, да? Да. 7 защиты, 10 атака.
4 перемещения и сразу вот с такой прокачкой. То есть атака такая же, как у колясок, но защита меньше. У коляски меньше, у этих выше. Блин, вот это не очень. Ну ладно, он сейчас уйдет следующим ходом, так что мы тут пока ничего не теряем. Ну, с другой стороны, я бы сразу прыгнул сюда, так тут зона контроля сейчас будет. К сожалению. Игра уже тут... Нет, я тут поставлю. Так, два хода до... Ладно, пойдем встанем. Можно, кстати, вырубить тут лес. Видите, я сейчас... Ну, короче, я где-то два хода потерял из-за этого юнита. Так, а на что нам этот лес подрубать? Может, не стоит пока... Ну, то есть я бы, конечно, сейчас лучше вот эту делал, чтобы счастье получить. Так, значит, теперь пошли туда, сбегаем. Я первый поставил второй город. Да, наверное, вот теперь давайте железо, а потом корабли. Надо ли мне какую-то религию? Я пока не вижу. Ну, на лагеря? Ну, лагерей как-то маловато. Ладно, давайте, наверное, амбар. Блин, не понимаю. Ладно, давайте святилище. Так, а что я не походил этой коником? Этой коником. Лагерей у меня три, я вижу только, да? Блин, непонятно пока. Ну, можно пантеон просто на чудо взять. Кстати, а чё я его не покупаю? Ну, у меня вообще ноль счастья, да. Я знаю, чё я его не покупаю. Нету смысла пока расти так быстро. Да, наверное, возьмем пантеон на чудеса в итоге. Блин, или на лагеря. Ну, тогда я религию не получу. На чудеса, я думаю. Нет. Блин, не дай бог там проплыва нету. Блин, вот это вот хреновое. Не, вроде есть. Фух. Кстати, а тут тоже город можно поставить. На золото. Например. Так, все, есть счастье. Он сам типа через два хода. Ладно, хай сам присоединит. Так, а что, у меня ГГшек нету, что ли, на моем острове? No good. Чё-то не очень. Так, Феанор тоже второй город поставил. Да, слушайте, нету ГГшек у меня вообще. И только вторая руинка. А вот это не очень весело. Так, с едой у меня нормально будет. Со счастьем мы пока берем. Нету проплыва, фак! Ну это прикол, конечно. Черт. Вот это неудача. Это вообще неожиданно. Вот же ж, блин. О, железо само собой открылось. Зашибись. И железо у меня завались. Так.
Здорово. Ну, железо завались, а вот территория, конечно, так, сюда сбегаем, посмотрим. Да. Вообще неудача. Так, рабочего давайте. Тем более нам красть его не у кого. Ну тут еще какой-то проход есть, надо глянуть. Но что-то я очень сомневаюсь, что там кто-то будет. Так, он взял вера и культура от золота и серебра. Ну, я на чудо возьму. Но все равно это такой плюс 4. Явно у него какое-то такое чудо, которое не особо интересно. С которым не особо интересно рядом город ставить. Но я где-то вот здесь город. А, тут не влазит, да? Это сюда, может. Тогда. Блин, тут вот. Тут уже не поставишь. Раз, два, три. Ну, хоть четвертым радиусом. Кстати, тут еще железо есть. Блин. Так, ну куда мне этот таран вести? Ну давайте пока. Да, я бы, наверное, куда-нибудь сюда повел чисто засвечивать территорию, чтобы вот тут варвары особо не появлялись. Да, не все так прикольно, как мне показалось в начале. Надо сюда бежать, тут посмотреть. Так, вообще давайте на рост теперь переключу этот. Так. 3-3. Итак, давайте так. Ну, 3 хода до роста, но зато 2 хода. Ну, беру все-таки на чудеса. Ну, это только плюс 5, ну, плюс 4 точнее. Так, теперь я думаю, можно и. Так, по населению он впереди. Ну, это, по-моему, один житель. Я ничего не путаю. Во всем остальном библиотеке он тоже не открыл. Так, пастбище. Маловато пастбищ у меня, кстати, для гунов. Получается, вообще всего два. Если тут потом поставлю город, возможно. Ну, тут вообще надо еще подумать, где ставить город. Так, он вышел в классическую эпоху. Ну, вряд ли это Нацколледж. Я думаю, что. Может, он в Петру идет. Так, Трирему. Но я бы, наверное, пока подержал леса тут и тут лес для. Ладно, давайте тут, наверное, вот сюда лагерь. О, руинка. Так, у меня только 3 руинки на острове. Блин, а библиотеку бы 2 хода до библиотеки. Да, ну давайте святилище. Или Трирему тоже. Давайте Трирему. Мне кажется, религию все-таки я должен первый взять. Конечно, там зависит от того, сколько у него этого серебра и золота. Так, что я хочу тут? Я культуру хочу.
О, а не, у него тоже чудо нормальное. Серодепотоси 10. Нормально. Но видите, я зато увидел... Кстати, неплохая руинка получилась. Я увидел, где он есть, что вот тут проплыв к нему имеется. Блин, а где ГГшки? На каких-то отдельных островах, что ли? Получается. Я могу, интересно, как-то третий город поставить так, чтобы караваны доставали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. 18, 19, 20. Так. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Нет. Не получится третий город, чтобы туда и туда работал. То есть надо делать, чтобы третий город на столицу работал. У этого города есть Виктория. А у меня еще вообще есть, ну, золото еще. Жемчуг я тоже вижу. Ну, жемчуг-то я обработаю, а вот золото как? То есть мне надо все-таки как-то город ставить, чтобы до золота, да. Ладно, давайте на всякий случай я тут открою, чтобы быть, блин, 100% уже уверен, что не проплыть. Рыбацкую лодку, пожалуй. Чтобы жемчуг обработать. О, он уже где-то приплыл ко мне. Ну, он тут, скорее всего, триремой сюда приплыл. Ну, я-то тоже его вижу. Но он решил... Если он даже с таким чудом решил не брать плюс 4 от чудес, значит у него там желе этого золота и серебра. Ну да, три, как минимум 3 штуки. Это уже то, что обработано. Вау. Ну круто, что я могу сказать. Библиотеку. Угу. Так, а вот тут надо попробовать его убить. Да. Вот это, конечно, фейл. Получилось. Так, я какое-нибудь чудо хочу. Наверное, нет. Надо, наверное, леса экономить на национальный колледж. Где ГГшки какие-нибудь вообще? Я, пожалуй, тут сейчас поплыву вот по этому побережью. Я примерно представляю, где он, что мне его открывать. Блин, конечно, тут такие дебильные клетки я сейчас обрабатываю. Ах.
Так, еще счастье. Еще Библа. Может, нет, давайте все-таки на еду. У меня столица вообще не растет. Из-за того, что я караваны не могу отправлять. Так, о, первым встречу? Нифига, он первым встретил. Надо будет сплавать за руинкой потом. Так, и с этой стороны есть проплыв тоже к нему. Еще руинка. Библа есть, святилище. Ладно, давайте святилище. У меня такое ощущение, что он раньше возьмет веру. Что вообще демография говорит? Ну, еды пока... Ну, он пока караваны не запустил. И я на две техи впереди. Это на какие? Он календарь не открывал. И колесо не открывал. А зачем я его открыл? А, для вот этого. Для уникального юнита. Так, тут нету проплыва, кстати, хорошо. Вот не увидел Ханой, первый ли я встретил. Две военных ГГшки, ну такое. Я понимаю, что здесь пересеченная местность, а я прокачиваю не на пересеченную, но зато я смогу быстрее, более крутые взять прокачки. Вижу, у тебя это очень удачно. Чего нет в руинке отпусти? Что очень удачно, чудо? Говорю, юнит в руинке очень удачно, таран отпусти. Да. Так, ну, наверное, пойду уже к этому лесу, буду сейчас вырубать под Нацколледж. Ну, кстати, мне это чудо, я как бы не считается, что я его увидел. Мне, кстати, его надо увидеть, это ж счастье плюс. Так, давайте еще рабочего. И, по-моему, обработку камня я не открыл, да? Обработка камня следует. Попробую здесь этот оракул построить. Блин, и этот он раньше... А, вот откуда он пантеон взял с Ватикана. Ну, это на его континенте. То есть у него как бы ГГшки так расположены. Да нет, как туда нет. У меня жемчуг сейчас разграбит. Сволочь. Так, у нас один ход до Нацколледжа. Ну, три рему надо построить здесь. Ой,
Блин, вырубил на трирему случайно. Я забыл, что я там уже рубил один ход. Черт. А это остров прям у него. И он сюда типа... Интересно. Блин, а можно посмотреть? Что за глюк вот это, что пропадают? Он оттуда уже не выплывет. Удачи ему. Так, Пекин, Шанхай тут. Да, непонятно. Где третий город ставить. Давайте вообще на производство я переключусь. Вот так. 8 ходов. Он еще не выходил. Философию. То есть, насколько же я думаю, что я первый построю. Но мне это надо тоже открыть, а потом просто прямой наводкой через оптику в компас. Он меня тут хочет... Поймать, что ли? Давайте оракул. Сюда пойду. Надеюсь. Блин, а там может не быть проплыва, кстати. И. Ладно, не пойду туда. Туда поплыву. Там, кстати, может не быть проплыва. Если бы я был не раненый, я бы поплыл туда. Но не хочется терять. Прямо скажем. Не, ну он не вышел еще в классическую эпоху. Хотя, может, в оптику? Я вот не заметил. А, он маяк строит, да. Он в оптику зачем-то вышел. Ну, я все еще считаю, что постройка великого маяка – это лишняя трата кучи производства. Так, ну что, попробуем этого парня здесь убить, наконец. Заодно покачаем наши... Триремы. Разграбил жемчуг. Отдавай его нам. И вот за этой руинкой надо сейчас вернуться. Чтобы получить прокачку, чтобы... Ну, в пятерке так интересно сделано. Вот мы открыли оптику, типа, плавать, да? Но если у вас... Ну, это получают только юниты, которые побывали на своей территории.
Ну, что он там делает? Так, ну пока у меня получше. Правда, у него столица, наверное, побольше, чем моя, но зато нацколледж. А, вот он и вышел в философию. Да, он оптику сначала открыл. Философию. Но он, с другой стороны, видите, он маяк строит в Шанхае, то есть во втором городе. А я во втором городе строю оракул. Но я считаю, что на такой карте оракул круче. Тупо... быстрее в exploration выходишь. Ну, он сейчас прокачку возьмет, вылечится, скорее всего. Хотя я бы на его месте не лечился. Я бы на его месте... либо удалил вообще эту трирему. Значит, это даже лучше всего удалить именно, потому что получается, что он прокачивает мои триремы. Он этой триремой никак воспользоваться не сможет уже. А прокачивает мои. Так, ну я, кстати... еще одну ГГшку не нашел. Слушайте, а может мне по приколу попробовать моими этими лучниками к нему приплыть? Ай-яй-яй. Чуть не погиб. Им лечимся. Так, здесь надо будет опять или все-таки посела пока. А на посел тоже нужен. Блин, рассинхрон. Так, ну надеюсь, тут что-нибудь вкусное. Хочу культуру. Блин, я не увидел, что дали. Чем-то туда уплыл. Он думал, я его не найду там. Так, я думаю, что стоит дорогу провести. Армия посильнее. Можно вот эти все три ремы, три я вылечу, и можно идти к Ханою и Ватикану дань требовать. У него, кстати, культурки-то побольше. Он, наверное, закрыл уже. Да, он закрыл традицию. Ну, обычно удаляют юниты, чтобы не прокачивались на них. И я вам рекомендую так делать. Так, ну вообще, какого хрена у меня не появляется
Пророк. И куда мы будем все-таки ставить? У меня такое ощущение, что надо где-то здесь ставить, как раз вот этот проплыв контролировать. Кажется, вот именно здесь будут битвы основные на Голиасах. Но город тогда хреноватый. Ну, производства особо нету. Ну, уже у него. Ну, у него явно какие-то караваны. Он как минимум один караван он запустил. То есть у меня Виктория это как один караван морской. Так что раз у него больше еды, значит он запустил морской караван. Ну, наконец-то. Слава богу, я первый. Хотя, подожди, это может быть и одновременно на самом деле. Так, вот это точно очень неплохо. Куда-то сюда надо все-таки ставить город. Не соображу пока, мне кажется, вот сюда. О, точно! И у него и тоже появилось. Пару секунд не хватило нужной религии. Хорошо, а сколько у тебя набилось веры? У меня вот ровно ноль остался. Нет, так он у всех ноль. Блин, а сколько было? У меня что-то в районе 190, то есть у меня давным-давно должен был появиться. Окей. Это у меня. Ну, он на пагоды, наверное, взял. Да. Игра предлагает тут. Ну, тут типа лучше, потому что две рыбы, да, но вот этот город контролирует вот этот проплыв, понимаете? Поэтому идем все-таки туда. Тут защищать сейчас буду. Так, и здесь расти надо. Во-первых, лодка. Во-вторых, блин, почему опять не вижу никаких этих? Задолбало. Как? Ну, это прикол. Так, оракул мой. О, так и знал, что тут варвары какие-то имеются. Давайте я вот так сделаю. Ну, чтобы была атака с флангов для галер. Я просто сейчас поведу посела без защиты, а тут сейчас буду разбираться этими ребятами. Ну, я, наверное, закрою таки традицию, а exploration следующим ходом просто с политики возьму. Так, наверное, Stoneworks.
здесь, наверное, маяк просто. Так, тут начинаем вот эти клетки с едой обрабатывать, потому что у меня столица не растет ни хрена. 5-6, а так... Не, надо маяк быстрее построить, потому что он даст очень много еды сам по себе. Вот. Лечится каждый ход, не знаю, вот ради этого я на 2 прокачивал. То есть он теперь будет каждый ход по любасу лечиться. Но вот теперь ему, чтобы компенсировать exploration, надо великий маяк строить. И у нас инфраструктура через 20 ходов. Так, а что, у нас все равно минус 6, несмотря на то, что я города соединил? Слишком маленькая столица получается. Великий маяк. Но мне кажется, оракул все еще лучше, чем великий маяк. Но у него он тоже, конечно, потом примет exploration, несомненно. То есть у него все-таки на плюс один будет дальше. Так вот, как минимум тут надо стоять, чтобы он эту рыбу не обрабатывал. А, он идет ее реально обрабатывать рыбацкой лодкой. Интересно. Так, что у нас по техам? Драму и поэзию он открыл. Теологию нет. И у меня через 5 ходов эти голиасы. Ладно, давайте тоже лайтхаус. Блин, может реально я попробую сплавать. Так, 89. Посмотрим, насколько он вылечится. Просто стоим. Он не сможет обработать рыбу следующим ходом. У него зона контроля. У меня зона контроля. Так, он только сейчас вышел в средневеку. То есть только сейчас. Я на 4 хода в... Нет, насколько? На 2 хода, по-моему, впереди. Блин, я только не понимаю, почему я так хреново с деньгами. Да, видите, на 10 хитпоинтов, короче, лечится. Давайте я вообще даже так встану. Куда он, интересно, посело ведет? Неужто переплывет сюда? Так, 4 хода, да? Ну, бараки. Видите, у меня проблема разделенности моих городов имеется. Угу. И лучника он ведет, да? Прошу прощения, взорвался тут из окна.
Так, лучник. Мне кажется, он сюда скорее, наверное, будет ставить. Есть люди живые. Но могут убить мне эту лодочку, несомненно. Так, надо отступать будет. Это и постою пока. О, два хода бараки, два хода, собственно, зашибись. Немножко впереди по производству. Но он две лодки потерял, я вообще ничего не терял. А, ну я терял, зато он мне разграбил жемчуг. Что, будет атаковать? Ай-яй-яй! Я сейчас ступил! Я сейчас так тупанул, вы бы знали, мне надо было отходить вообще. Фак. Ну, потому что я не мог эту трему убить из-за того, что... Да я в курсе. А, ну окей. Блин, там прокачана была галера, на вторая бы прокачка была. То есть то, что я сейчас убил его галеру в ответ, это неравноценно. Вообще неравноценно. Так, значит, 282. Ну, он должен позже меня выйти. У меня проблема разделенности городов вот этим проплывом. То есть, по идее, если он сосредоточен на Кайфенге, но я надеюсь, что я не дам ему это делать, потому что я буду сосредотачиваться туда идти, правильно? Так, ну понеслась. У него с деньгами. Блин, у него 500 денег. Нормально. Да, с деньгами у меня хреново. Но он, наверное, дань пособирал. Тут единственное объяснение. То есть он-то апнется во фрегаты. А вот я нет. Thank you.
Ну, Юнь, я это удаляем. Заодно деньги получу. Нафига мне дуболом вообще? Так, а что вообще? Библиотеку эту мы не можем построить. О, фига себе, где он город поставил. Все-таки он хотел на этой ста. А почему? А, железо, наверное. Я думаю, что у него есть железо. Вообще нет. Вообще-то нет. Конечно, он, может быть, его еще не обработал, в отличие от меня. У меня-то их 8. Его 8. Блин. Мне надо... Блин, надо все-таки идти в эту... Мне счастье надо. Все, у меня есть, конечно, вот обработать, но... Пока оно нифига не обрабатывается. То есть, у меня нету денег клетки идти выкупить, сам город их не выкупает. Так, ну и мне расти уже больше нельзя. Слушайте, а что я вообще крова... А, ну да, мне и не нужны они. Они мне даже не нужны, потому что у меня нету клеток обрабатывать. Мне даже наземные караваны не нужны на данный момент. Не, ну он вроде тоже вышел. Так, а Exploration он не принял еще, если морскую инфраструктуру. Ну, это, конечно, интересно, у него остров тут. И жалко, не могу еще четвертую ГГшку никак встретить. Она где-то вот тут должна быть. Может, мне проплыть пока туда, этим Голиасом. Блин, я не знаю, вот если он захочет нападать на этот город, ты даже не знаешь, что мне делать. Знаете, не буду убивать копейщика, потому что встанет дуболом сюда тогда. Попробую. Так, что там, кого там? А, это я обстреливал. Не знаю, чем я выперся туда. Раз, так. Два, три, четыре. Не смогу обстреливать, да? Ну... Вообще некрасиво поступил. Я ему тут... Обстреливаю, а он забирает. Тут пока постою. Ну, это предполагалось, конечно, что он заберет. Жалко, не видел его юнит вообще никак. Так, надо вот эту штуку обработать.
Блин, вот это большая проблема. Я не знаю, как с этим. То есть, как мне свои войска соединить? Так, а где четвертая ГГшка? Извините. Тут, что ли, получается? Слушай, а сколько ты ГГшек встретил? Три? Да, три. Блин, прикол. Я тоже не могу четвертую найти. Я, походу, нет, я не представляю, где она. Или, может, там вот где-то внизу, тут, за океаном. Я тоже думаю, что единственное, где Кстати, она может может быть, быть, это внизу у тут. тебя. Корова Но у меня я понял, пошла. что да, это, наверное, единственное место, где она может быть. А над тобой не может быть? Надо мной точно нет, только вот есть уголки небольшие, но нет. Надо мной нет, надо мной все равно. Ну, чтобы метка лук меня не обстреливал. Так, слушайте, может пока хватит голиасов, типа вот этот достроится и рынок. А здесь построился, давайте рынок. Ну, у меня что-то очень хреново с деньгами. Так, я бы дальше пока не ехал. Да. Блин, как бы это золото заполучить? Или подвинуться немножко? Ну там просто, понимаете, если он клепает голиасы, то он мне просто убьет этот голиас и все. Ага, тут какой-то еще такой не очень удобный проплыв получается. Так, интересно. Ну что, попробуем высадиться. Блин, а я так и лесопилки не открыл, что ли? Может, открыть все-таки? Плюс оно счастье. Давайте лесопилки откроем, потом чеченицу. Спасибо. Есть какой-нибудь шанс вообще, что он вот эти клетки присоединяет? Так, пошли тогда пастбище строить.
У него там караван куда? Во, караваны бегают. Вау. Так. Это он городом, это он композитом. Значит, высаживаемся. Да, жалко трирему, но мы вроде как тут немножко подавим. Да, видите, не было тут проплыва. Нет, жалко. Так, ну ничего, мы тут сейчас наведем шороху своим вот этим парнем, да? Да, ну короче. Мне, наверное, отсюда атаки можно не бояться. Вот тут у нас проблемы будут, мне кажется, с Лауинингом. Эх, ну ничего, хоть что-то да пограбили и территорию открыли. Ну да, у него тут с серебром и золотом нормально так. Так, ну и мне вообще. Эти Колизеи надо. Вообще счастья нету. Не, не полезу туда. Блин, такое ощущение, что надо сидеть в развитии игры. Так, следующим ходом у меня морская инфраструктура, а он не взял случаем уже? Нет, он не взял. Но это только благодаря Оракулу. Иначе бы у нас тут жопа была. Так, слушайте, а может все-таки мы чеченицу попробуем угнать? Это возможно вообще? Сколько ходов? 7. Но он тоже открыл гражданскую службу. Строит ли он чеченицу? Я не вижу. Он Артемиду строит в Шанхае. Ладно, давайте попробуем чеченицу.
Слушай, а ты знаешь, почему у меня два города твоих на кириллице подписаны, а один на латинице? А у тебя русская версия? Русская. Ну, я типа... Блин, слышишь, отвлек меня и обстреливает. Во хитрый, а. Я догнал, и, слушай, я догнал у тебя все равно. Это вот, кстати, тебе даже лучше так. Ты сейчас успеешь уйти. Даже лучше. Не, на самом деле, потому что если ты сейчас ушел, у меня на один ход больше просто получится маяк. Я успеваю догнать юнит и пострелять. А так все, можешь, в принципе. Так вот, короче, это же способность гунов красть имена городов. Поэтому, типа, ну, так да. Как у тебя на русской версии, то он, типа, крадет на русском, понимаешь? Ну, я понял, почему один у меня на латинице написал, второй твой. Второй именно? Я думал, угу. столица могла быть на латинице, потому что я ее не крал. Нет, она так подписана ставка Атилы, а вот это у меня Кейфинг подписан почему-то второй город. Нет, вообще тут надо отступать, честно говоря, надо тут внутри города быть. Так, все обработано вообще. Как бы мне до золота добраться? Так, а с железом у него? Еще вот тут у него 6 железа. Но у него главное... Но вообще у него должны быть проблемы с фрегатами в будущем. Но он зато в них апнуться сразу может, а мне придется строить. Тут встану. Блин, ну и как вот мне купить эту клетку? 35 денег. Никак? Конечно, стоило вырубить этот лес вместо того, чтобы... Ну, я не вижу, чтобы он Артемиду тут строит. Чеченицу он точно не строит. Я думаю, что он строит Голиасы. Давайте Стоунхендж. Проблема в том, что я вот тут только могу Голиасы строить, а там их бессмысленно строить немножко. Он будет атаковать сюда. Вот в чем дело. Так, пускай этот город вырастет и этот город вырастет. Ну и, наверное, мне стоит... Кстати, знаете что? Не Стоунхендж, а караваны, ребята. Кстати, а может мне... Подожди, так я же могу морские вот тут пускать. Стоп, морские. А,
В Атиле я начну... Ах, хотя я в Атиле могу морской караван. Сейчас я чеченицу быстро построю. Что, он морскую инфраструктуру взял? Нет, еще не взял. О, сам город стал. Подожди. Он не стал религиозным, блин, странно, ладно. Давайте демографию глянем. Ну, это караваны, конечно. О, с производством-то у меня получше. За счет именно морской инфраструктуры. Так, тут... Вот тут, кстати, можно вырубить лес просто. Да, промки у тебя, конечно, сильно больше. Ничего не скажешь. Так я морскую инфраструктуру взял. Ты что же возьмешь еще? Возьму, но это не сильно исправит ситуацию. Не так, ну то есть ладно, здесь не все равно. Ну не знаю, конечно, ты, наверное, может не всю мою территорию видишь, но я-то твою всю вижу. Я не скажу, что у нас большая разница в качестве территории. У меня тоже холмов практически нету. Ну, не знаю. Тебе вон повезло, у тебя сразу... Серебро и два серебра, два золота. Сразу там сделал шахты. Я все еще утверждаю, что строительство великого маяка на морских картах нахер надо. Это может быть когда-нибудь там типа можно построить, а так? Типа, ну вот какой ты бонус с этого имеешь? Дальше бегаешь, что тут типа чего-то надо это сильно? По-моему, нет. Может, в принципе. Там не такая разница штука. Да, универ я сразу буду вставки Атиллы строить. Тут достроим. На самом деле пригодилось мне тут пару раз. Пригодилось, что дальше бегаю. Кстати, Атилу хай уже растет. У меня следующим ходом плюс 4 счастья будет. Вообще норм. Е, в мою веру. Так, все еще минус по деньгам. Не знаю, что с этим делать. Ну как я еще могу это исправить? Мачу-Пикчу мне негде строить. Ну, может быть, тут выкупить, но не вижу вообще смысла в Мачу-Пикчу идти. Это все из-за того, что у меня маленькая столица. Ну, нет смысла обрабатывать. Так, вот тут давайте шахту. Так, здесь в очередь, значит, универ. О, он укрепил религию раньше меня, прикиньте. Взял плюс, ну, этот, защитник веры. О, у меня зато золотой век. Ой, чеченица вовремя. Вот это, Катя, не заметил вообще, что я так тут по таймингу. Так, ну тогда я сейчас накоплю все-таки на выкуп этой клетки. И у нас тут развитие, дай боже.
Не вижу никого. Я уж не уверен в том, что это тут есть лично, по-моему, типа производство реально больше, как я могу посмотреть на карту. Ты сдаешься? Не, не сдаюсь, я просто я буду играть до последнего. Это, я просто к тому, что ты, на мой взгляд, помню, у тебя сильно больше просто от старта, чем у меня. Не знаю, честно говоря, я не вижу, чтобы у меня намного лучше было, чем у него. Так, сейчас на рост переключаем. И что-нибудь строить вместо... Нет, пожалуй, нет. Колизей. Так, неужто я могу... Нет, все еще не могу. 35. Так, может тут стены построить на всякий пожарный? Давайте, наверное, просто караван. Слишком маленький город здесь пока, чтобы универ строить. Но у меня не будет денег купить, сделать фрегаты. Реально ставку Аттилы надо очень отъедать. У него 14, у меня 10. У него плюс 12 денег вход. У меня плюс 6. Но он там насобирал дани, конечно. Очевидно. Так, ну наконец-то надо идти золото обрабатывать. Три, один, три, три, один. Не, давайте тогда на это. Как рабочий... ты меня засек-то? Рабочий не нужен был, да? Ну, не знаю, я вижу просто, ну, дальность. Смотри, две клетки, слушай. У меня через две клетки стоял Голиас. Как я тебя засек? Две клетки, блин. Ну, мне производство, брат, серьезно. Фига себе, Папа Римский мне войну объявил.
Так, есть караванчик. Это наземный из Кайфенга отправим. Дальше здесь универ. Ну чё, наверное, всё-таки Стоунхендж или нет? Да, наверное, Стоунхендж всё-таки делаем. Так, Колизей, три хода до... Давайте гильдию писателей. Блин, надо было Голиасом убивать. Чё-то я городом стрелял. Ладно. Так, укрепляем. Мечети возьму. А здесь, наверное, реликварий. Так, все, можно на мечети включать. Так, все, больше пока расти нельзя. Блин, он раньше в раньше в астрономию вышел. Да, походу на то. Блин. Минус мои караваны, скорее всего. Я не знаю, как их защитить. Ладно, давайте стены на всякий случай в этом городе. Блин, лошадь скачет. Фига себе. Блин, вот это... Вот это подстава. Ну, жопа, сейчас мне тут все разграбит. Мне тут надо каравеллу сначала строить в Атилакорт. Так, ладно, давайте тогда в Кайфенге попробуем пикинера. Вместо Стоунхенджа. Ну, мы, наверное, Стоунхендж вообще отложим, потому что мы тут тоже, наверное, каравеллу буду строить. Да, это подстава. Может, Хай захватывает рабочего? Ладно, хотя бы дорогу доделаю вот так. Он решил пока не захватывать рабочего. Коник. Так, 886. Он где-то на один ход раньше меня должен выйти, получается, во фрегаты. Ну, с другой стороны, вообще не знает, что у меня тут караваны бегают.
Я должен был бы сейчас уже увидеть его каравеллу, если бы он ее апнул. А он ее почему? Он, видимо, решил сохранять все деньги. Ну, вообще фрегатами он снесет меня. А, подождите, так у него же два железа только. Причем еще не обработанные. Я, правда, тут не вижу, возможно, там железо какое-то. То еще у него же два железа только. Ну что, будет захватывать рабочего тени? Да. Не, против морских юнитов возьму. Слушайте, а может тогда просто 471? Блин. Будь здорова. Не хватает чуть-чуть. Следующим... Я, наверное, сожгу. Сожгу, чтобы фрегаты клепать. Тогда знаете что, давайте тут не будем каравеллу. Как раз Стоунхендж один ход. И здесь что-то один ход надо сделать. Опять арчера. Да, я думаю, поможет. Я тоже для вас тут просто... Что-то фронте все равно сильно меньше. На 25 всего меньше. Ну, еще это захватит тоже. Я отвлекаю от разграбления территории моих. Нет, он решил увести плен. Так, открываем и строим фрегаты. Дальше идем в мастерские. Так, слушайте, могу расти. О, я сюда не посадил никого. Ошибочка. Слушайте, а что у меня давным-давно шпион сидит, вообще не используется? Охренеть. Поплыл брасом коник, не доплыл. Так, сейчас мы тут будем... А, слушайте, нет, я не пролезу. Черт. Да я тупанул. Не, подожди, ну да, не пролезу. Минус галера. А, минус каравелла, каравелла. Надо удалять будет. Не, вообще, знаете что, даже не удалять, а давайте подарим Ханою.
Чуть я не понял, ты куда корабль уплыл-то? Я ее удалил. А, я сейчас смотрю. А что там у тебя, кстати, сверху посел на соли стоит? Ты четвертый город хочешь там ставить? Да. А что не ставишь? Да, в принципе, хотел просто там рабочего дождаться. А, то есть он все-таки хочет это железо обрабатывать. Ну, то есть у нас будет по 8. Ну, часы поставим. Ну и нормально. Нет. Мне надо его караваны разграбить, даже не для того, чтобы он перестал отъедать города, а чтобы у меня 400 монет, и я вот этих ребят апнул во фрегаты. Да, с деньгами, конечно, жопа у меня. Как эту жопу починить, я без понятия. Блин, нафига я туда вот влажу постоянно? Ладно, тут надо лечиться. Вообще нету времени пойти. Может, кстати, сплавать тогда вот этим копьем? Нет, давайте мы его продадим.
Чтоб денежки какие-то появились и наука. И здесь мы денежку. Да, с деньгами, конечно, жопа какая-то. Ну, надо обстрелить, потому что мне голиасы, честно говоря, не нужны. Я не знаю, мне не получится их хапнуть. Похоже на то. Ой. Так, ну попёрли тогда сюда. Так. Ну что, кстати, ты там нашел город вот там? Снизу. Секрет. Да блин, какая разница-то? Ну как ты понимаешь, нашел, да, если ты почему не говорить. Не, ну а что, зачем мне сказать? Чтоб ты тоже нашел, чтоб тоже был какие-то. Опа, апнулся он. У меня сейчас куча фрегатов будет. Фак, ну я не знаю, как мне тут. Тут надо... Но у меня, правда, тут тоже второй сейчас будет фрегат. Надо вот эту, вот это железо защищать, мне копье туда поставить. Хотя он, вообще он не должен его видеть на самом деле. Слушайте, а давайте мы, наверное, сюда поставим, а я сюда хоть стрелять могу. Ну, потеряю, что поделать. Да, блин. Мисклик.
Так, ну минус, короче, караваны 100%. Не надо было мне их вообще пускать, даже морские. Хотя я вроде неплохо вырос в итоге. Да. Потерял фрегат, это очень плохо. Ну вот и как мне пробраться туда? О. Будем тут отбиваться. Три, четыре. Ну, без понятия, как мне тут. Может, надо было в эти выходить в арбалеты. Ну. А, блин. Он в океане, поэтому не атакуют его. Оба торговых пути минус. Слушайте, а он храм Артемида так и не построил? Не, вроде построил. Думал, может мне построить для... для арбалетов. Блин, ну вот и тут еще и капер появляется варварский. Ну что ты будешь делать? Ну, у меня нет смысла. Так, каперам надо будет отойти, когда он сделается, в надежде захватывать какие-то корабли его. Это у меня единственный шанс как-то вырулить. Но он, естественно, он просто апнул это все. Он потратил деньги для... Господи, у него еще денег есть до хрена. Обалдеть. У него 7 фрегат. Ну, может, он, конечно, строит еще.
Так, ну попробуем следующим ходом захватить. Да, есть ГГшка все-таки. О, слушайте, Ханой объявил войну, это интересно, вроде у него вообще нету морских юнитов почему-то. Так, ну как видели, одного фрегата я захватил. Получилось. Следующим ходом сейчас будет обстреливать, и я тут ворвусь фрегатами. С этой стороны, наверное. Ну что, уже не настолько много у меня производства? Есть такое. Мне тут скорее золото помогло. Так, а сколько мне тут? Ладно, посмотрим, как он действовать будет. Так. Вообще надо было давно. Слушайте, а может не просто отправить копейщика реально попробовать это железо убить? Thank you.
Ну, я не буду сдаваться. Ну ладно, ГГ. К сожалению. ГГ? Да. Ну, хотя да, я успею этот город удержать. Тут проблема. У меня, короче, проблема с проплывом. У меня-то производства много, но я не знаю, если ты видишь карту, я не могу из второго своего производственного города привести флот на ту сторону. Почему не можешь? А понизу нет? Ну, понизу это плыть 6 ходов. А, я понял. Подожди, сейчас даже я скажу конкретно. Ну, да. Да, 6 ходов. Вот на 6-й ход приплывает к Ляонингу, к сожалению. И я вообще не представляю, как мне надо было по-другому сделать. У меня, к сожалению, я увидел, что у меня сверху нету проплыва, только когда город уже поставил. То есть, получается, еще и без караванов сидел, да? Да, и без караванов. Поэтому я вообще не представляю, как, ну, то есть мне производство нужно было, чтобы, собственно, фрегаты эти клепать, я так и сделал, но мне не хватает скорости при это, прийти вовремя, чтобы отбиваться хоть как-то. Ну, у меня, кстати, в этом плане, я еще, кстати, боялся, вот рисковал, что я могу, я позже тебя в фрегаты вышел. Так я ученого еще, сжег еще, просто. Да я еще и специально откладывал. Специально откладывал, чтобы успеть Голиасов построить. Вода. Не, ну понятно, если бы я мог там проплыть, то я бы твои Голиасы успел убить. Но так как. А, ну еще плюс у меня, конечно, денег намного меньше, да, чем у тебя. Не, ну у меня деньги немножко сработали. А знаешь почему? Это... Да, у тебя ГГшка, ты смог у нее дань взять, понимаешь? Не, я у двух ГГшек дань взял, но это. Ну отлично, а у меня ни одной ГГшки. В это время давали деньги. Да, еще и врата. Ну ладно, врата ада, Улуру. Ой, что там у меня, не Улуру, Виктория. Виктория. Хрен с ним. Но ты, главное, дань мог брать. А у меня даже дань я не мог брать, понимаешь? Я чисто только два раза додумал все дань взять и все. Ну, плюс 100 вот, монет, плюс 100 монет, чем плохо. Плюс, ну, не, скорее даже плюс 300, там, под 400 даже. Ну, но для меня, на самом деле, это все, ладно, развитие. Для меня самое главное, что я не могу проплыть быстро на помощь туда. Вот и все. Возможно, этот третий город как-то по-другому можно было поставить, но это не изменяет того факта, что я просто не могу флот собрать вместе. Ну, да. Не, возможно, тебе стоило третий город пониже ставить, вот, чтобы, во-первых... Не, там я тогда золото не получу. Мне золото еще надо было, видишь, сверху. Еще, не, еще есть мысль, что, возможно, стоило в арбалеты быстрее выйти. И именно арбалетами там стоять, твои фрегаты убивать. Ну, тоже такое. Ну, я не думаю, что помогло бы сильно. Ну, сказать, вот а еще ты... скажи, ты вот это свое железо на 6 железа как-нибудь защищаешь? Это не, ну как, я защищал тем, что там эти мои войска, ну, фрегаты стояли мои. Я думаю, что можно было еще попробовать разграбить железо. Кстати, да, у меня с юниты вообще беда, у меня два наземных, оба сейчас с варами воюют. Ладно, спасибо за игру. Спасибо за игру. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!